Из дневника Жильяра 12 апреля. Государыня подошла ко мне и сказала, «Да, так лучше. Я поеду с государем, поручаю вам, Алексея». Вся семья провела день после полудня около постели Алексея Николаевича. Почти все в доме плачут. Императрица, прощаясь со мной, просит меня не сходить в нижний этаж, а оставаться при Алексее Николаевиче. Я отправляюсь к ребенку, который плачет в кровати. 7 мая, пишет Жильяр, мы покидаем дом и всходим на тот же пароход, Русь, на котором мы прибыли 8 месяцев тому назад. Комиссар Родионов запирает Алексея Николаевича с Нагорным в каюте. Нагорный, читаем в труде Соколова, устроил ему скандал и ругался. Какое нахальство! Больной мальчик, нельзя в уборную выйти. Нагорный вообще держал себя очень смело и свою будущую судьбу предсказал себе сам. Когда прибыли в Тюмень, на пристани ждала громадная толпа, которая приветствовала царских детей. При виде наследника послышался громкий плач с причитанием: Дорогой ты наш, милый ты наш! Куда ты от нас уезжаешь, и зачем ты нас оставляешь? Плакали женщины, бросали цветы, плакали и мужчины. От слез удержаться было положительно невозможно. Под сильным конвоем детей отвели в специальный поезд. Когда я, говорит месье Жильяр, хотел сесть в поезд вместе с детьми, меня грубо отделили от него. Еще раз этому преданнейшему царской семье человеку удалось видеть своего любимого воспитанника у запасных путей в Екатеринбурге. Вдруг перед моим окном прошел дядька царевича, матрос Нагорный, неся мальчика на руках. Татьяна Николаевна шла последняя, неся свою собачку и с трудом таща свой огромный коричневый чемодан. Шел дождь, и я видел, как при каждом шаге грузли в грязи ее ноги. Нагорный хотел прийти ей на помощь, но был силой отброшен назад одним из комиссаров. Через несколько мгновений извозчики отъехали, увезя детей в направлении к городу. В Ипатьевском доме наследник лежал в угловой комнате их величеств. Состояние его здоровья ухудшилось от утомления дорогой. Государь был неотлучно при нем и во время прогулок сам выносил его в сад на руках. Так как в начале июня матрос Нагорный был арестован, увезен и расстрелян, ибо не стерпел грубого обращения с Алексеем Николаевичем и открыто, дерзко защищал его. Цесаревич Алексей, в дни нашей скорби луч надежды средь общей слабости людской твой образ девственный и нежный влечет нас радостью былой, влечет лучистыми глазами с их неподдельной добротой, влечет небесными чертами, влечет нездешней красотой. И забываются ошибки, и скорбь, терзающая нас, при виде царственной улыбки Твоих невинных детских глаз. И сердцу кажутся ничтожны Все наши праздные мечты, Страх малодушный и тревожный, И голос мелкой нищеты. И в эти сладкие мгновения Предобновленную душой Встает, как Светлое видение, твой образ, чистый и святой.